Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире спортивная программа телекомпании ТВН. Начнем по традиции с хоккея. Завершился ноябрьский перерыв в чемпионате КХЛ. Новый этап сезона. Магнитогорский «Металлург» начал с домашней победы над «Нефтехимиком». В основное дополнительное время соперники забили лишь по разу. Сергею Мазякину помог отличиться Богдан Якимов, который своим телом завез шайбу в ворота. Дэн Секстон забросил с помощью рикошета от клюшки Сергея Терещенко. В серии буллитов на удачные попытки Сергея Конькова и Дмитрия Макарова здорово ответили Ян Коварш и Данис Зарипов. Перед выходом Секстона наставники хозяев заменили Василия Кошечкина на Илью Самсонова, которого лучший бомбардир нижнекамцев переиграть не сумел. А вот Иван Лисутин капитулировал еще раз. Победную точку поставил Сергей Мазякин 2-1. Все 4 шайбы за 65 минут основного и дополнительного времени встречи с Акбарсом были заброшены в большинстве. Сначала Данис Зарипов сыграл эффектный мини-спектакль у чужих ворот, увенчав его великолепным пасом на Виктора Антипина. Тот не промахнулся. Затем Альберт Ярулин заставил ошибиться Василия Кошечкина. Второй период гости начали очень активно, и на сей раз автором гола в большинстве стал Александр Свитов. Но и магнитогорцы недолго были в роли догоняющих. Зарипов был вознагражден за свою активность трудовой шайбой. За последние 25 игровых минут казанцы нанесли всего 3 броска.
а в серии буллитов успех им принесла единственная удачная попытка Федора Малыхина. 2-3.
Матч против тольяттинской «Лады» неожиданно для многих превратился в увлекательную перестрелку. Счет был открыт уже на 7-й минуте. Отличился Никита Филатов. Восстановить равновесие магнитогорцы сумели в большинстве. Фирменный бросок в дальний верхний угол нанес Сергей Мазякин. В первой же смене следующего периода забил Антон Крысанов. Но вскоре Данис Зарипов еще раз реализовал численное преимущество. А на экваторе встречи Богдан Потехин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Ефим Гуркин снова восстановил равновесие, но не прошло и 2 минут, как Денис Казионов вывел хозяев вперед. Заключительный период стал бенефисом Ильи Самсонова, отразившего 17 бросков. А его партнеры сумели отличиться еще раз. Окончательный счет установил Оскар Росала 5-3. «Металлург» снова возглавил турнирную таблицу «Востока». Игроки молодежной команды «Стальные лисы» посетили станцию переливания крови. Акция не разовая и не случайная. Хоккеисты уже на протяжении 3 лет принимают участие в Дне донора, который регулярно проходит в студенческой поликлинике МГТУ. Сами ребята кровь не сдают. Практически у каждого из них в прошлом было сотрясение мозга, что является противопоказанием к донорству. Цель акции – призыв к неравнодушию и активности, ведь в донорской крови город нуждается постоянно. Экскурсия в первую очередь ознакомительная. Игрокам команды «Стальные лисы» на станции переливания крови рассказали о том, насколько непрост путь к донорству. Ребята с удивлением узнали, для того, чтобы сдать кровь, недостаточно одного желания. Требований на самом деле масса. Нужно обязательно быть здоровым, иметь российское гражданство и прописку на территории Челябинской области не менее года. Плюс ко всему есть множество противопоказаний к донации, таких как низкое давление или сотрясение мозга. И это еще не все. Ничего накануне не кушать жирного, копченого, острого, соленого, жареного. Утром легко позавтракать, не употреблять алкоголь в течение 48 часов, воздержаться от курения в течение 2 часов. То есть противопоказаний временных каких-то очень много, масса. К
Каждый человек перед донацией обязан зайти в кабинет терапевта и сдать кровь на анализ. Кстати, специалисты здесь за считанные минуты определяют резус-фактор и группу крови, диагностируют ее на гемоглобин. Кому из хоккеистов придется пройти обследование, ребята решали на кулаках. Анализ показал, у Артема Клавдиева кровь вторая положительная. Хоккеист признался, сам вряд ли смог бы стать донором. График игр и тренировок слишком жесткий. Но людей, которые решились на этот шаг, он понимает и уважает. Я считаю, это очень важно, потому что мы должны помогать другим людям, чтобы как бы давать шанс им жить тоже, потому что мы все люди и должны проявлять человечность друг к другу. Стерильные инструменты, мешочки для забора крови с консервантами и весы-помешиватели в операционном блоке стальным лисам показали, как происходит сама донация. Объяснили, что весь процесс абсолютно безболезненный и безопасный. В заключении хоккеисты признались, все это стало для них настоящим открытием. Ребята призвали горожан не бояться сдавать кровь и быть активнее, а также помнить, спасти чью-то жизнь в силах каждого из нас. Для этого нужно всего лишь потратить полчаса своего времени. Для людей это очень важно. У кого-то кровопотери бывают. Я думаю, это нужно. Людям, у которых проблемы с кровью, это им помогает. И нужно это сдавать всем, я считаю. Также во время ноябрьской паузы в чемпионате МХЛ игроки команды «Стальные лисы» побывали на хоккейном празднике в детском саду номер 70. Подробности далее. Детский сад номер 70 был открыт 31 декабря прошлого года и уже успел полюбиться как юным жителям новых микрорайонов Магнитогорска, так и их родителям. Молодой задорный коллектив педагогов не дает своим воспитанникам скучать. Очередной задумкой стала неделя хоккея, в организацию которой дружно включились все. Хоккей – это тот спорт, которым живет не только коллектив нашего детского сада, но и весь город, вся страна. Поэтому мы, задумывая этот праздник, искали разнообразные идеи для того, чтобы праздник получился интересным. Он получился не только интересным, но и очень разнообразным. В гости к ребятам пожаловали нападающие молодежной команды «Стальные лисы» Никита Башкиров и Григорий Воробьев. Всего за час они успели увидеть и веселую зарядку, и азартные эстафеты, и танцевально-музыкальные номера, а также посетили импровизированный центр спортивной медицины и побывали на необычном хоккейном матче, который проходил на воде. «Такого мы еще не видели и с удовольствием попробовали бы сами», признался позже Григорий Воробьев. И добавил, что подобные праздники очень нужны городу. Да, это важно, чтобы зрители знали, чтобы вот такие вот маленькие дети знали, кто играет за этот кубок, и приходили болеть и поддерживать нас. За эту награду лисам предстоит побороться чуть позже, когда подрастут и наберутся опыта. Особое место на празднике занял главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Хоккейный клуб «Металлург» охотно откликнулся на просьбу привезти чемпионскую чашу в детсад. Вообще, количество людей, которые устроили для ребят настоящее торжество, впечатляло. Родителям дошколят и педагогам помогали с экипировкой многочисленные друзья. Нам помогли депутат Сергей Николаевич Ушаков. Нам помогли центр хоккейной экипировки «Малкин Тим» с призами, которые они любезно предоставили. Нам очень приятно, что на наши просьбы откликаются, нам идут навстречу, и сегодня мы рады видеть всех. Призы были очень кстати, ведь специально к празднику детсадовцы вместе со взрослыми изготовили массу замечательных поделок и даже несколько видеороликов. И все эти старания были вознаграждены по достоинству. А на десерт гостей ожидали фото- и автограф-сессия и, конечно, сладкое угощение. После завершения перерыва лисы начали очередную домашнюю серию. Их первыми соперниками стали «Мамонты Югры», с которыми магнитогорцы поделили очки, победив 3-1 и уступив 3-5. В четверг и пятницу наша команда сыграет с «Тюменским легионом». Начало матча в арене «Металлург» 17:00. Магнитогорская баскетбольная команда «Динамо» провела первые домашние матчи в новом сезоне. Соперничество с лидером второго дивизиона Суперлиги Тамбовым получилось очень непростым. Одержать очередную победу хозяевам удалось лишь со второй попытки. К сезону магнитогорцы подготовились неплохо. В первых четырех матчах на выезде они сумели одержать три победы. Физически готовы. Сбор очень здорово провели мы в Березках.
И вот эти подготовки, конечно, руководство, именно предсезонные игры, порядка 11 игр мы сыграли. Ребята сплотились и, считаю, удачное начало чемпионата. Главное продолжить. С продолжением вышла небольшая заминка. Дебют первого домашнего матча оказался неудачным. Хозяева позволили сопернику провести 4 результативные атаки подряд и после 2 с небольшим минут уступали 0-9. Говоря объективно, сенсации такое начало не стало. Тамбов к этому моменту не проиграл ни одной встречи и возглавлял таблицу. У гостей действительно хороший состав. Есть и игроки, выступавшие в главной суперлиге, и чемпионы второго дивизиона. Но были и субъективные причины. Перегорели. Сдали лидера. Ну, посмотрите, и лидеры, наши лидеры не забивали. Сумбур такой был. Я вам скажу, что, например, позавчера на тренировке я их просто летали, ребята. Они готовились. Я считаю, что просто перегорели. Долгое время магнитогорцы искали свою игру. После первой четверти они уступали 12-20, а к большому перерыву отставание стало и вовсе угрожающим 28-46. Гости здорово попадали издалека, а хозяева реализовали только одну трехочковую попытку из 9. Вдобавок они серьезно проигрывали на подборах 12 против 24. Из 10 подборов на нашем щите 8 было реализовано. 16 очков мы проиграли 19. Вот результат. Во второй половине магнитогорцы заиграли увереннее, надежнее защищались, агрессивнее атаковали, чаще заставляли соперника фалить. В третьей четверти они все же немного уступили, отрыв тамбовчан достиг 20 очков. Но заключительный тайм хозяева провели здорово и сократили отставание наполовину. Увы, еще одного отрезка в их распоряжении не было. Итог 70-80. Мандраж вот этот, он не прошел до игры. Я ребятам под собрание говорю: ребят, у меня тоже мандраж. Ну, вы, наверное, выходите, работа, должно все пропасть. В повторном матче магнитогорцы также проиграли стартовую четверть 16-25. Однако еще до большого перерыва сумели не только ликвидировать отставание, но и выйти вперед. А в оставшееся время сохранили свое преимущество. Итог 73-69. Следующим соперником «Динамо» стал «Строитель» из Энгельса. Первую встречу хозяева уверенно выиграли 86-69. Во второй досадно уступили 63-67. 21 и 22 ноября магнитогорцы сыграют в Чехове с командой «Руна Баскет». 3 и 4 декабря в гостях встретятся с одноклубниками из Ставрополя. А 7 и 8 декабря с чебоксарскими ястребами. На больших скоростях и с невероятным азартом. В легкоатлетическом манеже состоялся заключительный этап летней спартакиады ветеранов Магнитогорского металлургического комбината. Такие праздники для ММК – традиция, они проходят уже 8 лет подряд. И, как всегда, собирают множество участников и болельщиков. Все подробности яркого события в репортаже Евгении Салахутдиновой. 250 участников, 12 команд, среди спортсменов, представители всех цехов и подразделений комбината. Ветераны ММК, сегодня их всех объединяет одно – любовь к спорту и, конечно, азарт, которому все возрасты покорны. Мы считаемся, девочки от 55 и дальше, и мальчики от 60 и дальше. Потому как они бегают, видно, что они, в общем-то, душой все молоды. Ну и с удовольствием это делают. Самый взрослый и постоянный участник спартакиады ММК Иван Константинович Голубятников, которому в этом году исполнилось 80 лет. Сегодня он в роли зрителя, соревноваться не позволяет здоровье. Почетный ветеран города и комбината считает, такие праздники спорта просто необходимы. Это сближает людей, общение, вот это, шутя, вот соревнования вот эти, вот это, они очень полезны, конечно. Пробежать с огромными жерновами, пройти эстафету на самокате или собрать гигантский пазл с уточкой. Ветераны соревновались сразу в 10 дисциплинах. С собой только спортивная форма и море позитива. Никакой конкуренции. Участники здесь как одна большая спортивная семья. Участвуем во всех соревнованиях, которые здесь предоставлены. Множество всяких. Да, мы всегда с удовольствием приходим. У нас несколько раз в год проводится. Нам нравится участвовать. Что пенсионеры дома не сидели, а здесь все встретились, позанимались физкультурой. Это очень полезно для всех. По итогам спартакиады первое место заняли ветераны обжимного цеха ММК. Вторыми стали представители горно-обогатительного производства. Третье место за управлением главного энергетика. Также в каждой дисциплине были определены победители в личном зачете. Все они получили памятные подарки от профсоюзного комитета УАО ММК.
Наш следующий выпуск ровно через неделю. Будьте здоровы, живите активно. До встречи на спортивных аренах и в эфире телекомпании ТВН. Удачи!